особливий 64-й Берлінале. Розпитаємо про це у дистриб'ютора Дениса Іванова. Денисе, добрий ранок. Здравствуйте. Отже, чим вас особливо заінтригував цьогорічний Берлінал? Який найкращий фільм? Ну, на самом деле, Берлін завжди був фестивалем, який пропагандує нові какие-то социальные темы, но в этом году Берлинале выглядит практически как Канны. И в первую очередь начинаешь думать, почему как бы он выглядит как Канны, потому что два года назад Вес Андерсон, который в Каннах открывал Каннский фестиваль, он в этом году открывает Берлинале со своим фильмом «Отель Будапешт» с целым сонмом таких вот голливудских звезд. Это и Тильда Свинтон, и Джуд Лоу. Они все, я надеюсь, окажутся сегодня на красной дорожке. Вот. И Вес Андерсон, человек, который уже сделал себе аудиторию таким своим непосредственным детским отношением к кинематографу, и вот он точно так же участвует в конкурсе Берлинского фестиваля. А кроме всего прочего, то есть в Берлине в этом году в конкурсе меньше вот таких вот острых социальных и политических тем, зато больше действительно больших брендов, и режиссерских, и актерских. Ларс фон Триер, которого изгнали в свое время из Канн за не очень политкорректное поведение на пресс-конференции, он в этом году в Берлинале присутствует со своим фильмом «Нимфоманка» в конкурсе в главном. Этот фильм тоже выйдет в украинский прокат уже вот скоро, если, конечно, его не запретит цензура. Вот. И кроме всего прочего, то есть в конкурсе Берлинале присутствует в этом году и фильм Джорджа Клуни. Надо сказать, что Джордж Клуни, он со своим режиссерским дебютом уже был на Берлинском кинофестивале. В этом году он вернулся со своим фильмом «Охотники за сокровищами». То есть это фильм, который рассказывает о Второй мировой войне, о американских солдатах, которые пытаются найти и спасти вот те вот ценности культурные, которые нацисты в свое время вывезли из разных стран. Собственно говоря, все с нетерпением ждут. В этом году действительно Берлинале очень яркий с точки зрения программы, и все ждут каких-то новых событий. Еще одним таким вот важным событием это будет, скорее всего, фильм «Отрочество» Ричарда Линклейтера. Это уникальный проект. Режиссер 10 лет назад стал снимать мальчика, ну, то есть в своем фильме. И вот он в течение 10 лет, каждую неделю, он делал там маленькие сцены. И сейчас это фильм фактически на глазах. Этот ребенок, которого он начал снимать там 10 лет назад, он вырос. Ему сейчас 16 лет. И, собственно говоря, этот фильм тоже будет представлен в конкурсе. А украинцы этот фильм побачать? Да, мы надеемся, что вот основные фильмы, вот, о которых мы сегодня вспомнили, и многие другие, они действительно будут выходить в украинский прокат, потому что Берлинале это мощный фестиваль, у которого есть один из самых крупных кинорынков в Европе, поэтому большинство фильмов, которые представлены там, о которых как бы говорят, которые на слуху, они так или иначе будут выходить в украинский прокат. Ну, украинских фильмов на Берлинале немає, как и минулого року, и этого року тоже. Да, к сожалению, украинские фильмы не были отобраны на Берлинский фестиваль, но тем не менее, на Берлинале на кинорынке будет присутствовать украинский стенд, где новое украинское кино будет продаваться, пропагандироваться, будет украинский прием, поэтому украинцы на Берлинале будут, тем более, что Берлин от нас не так далеко, как Канны или Лос-Анджелес. Дякую, Денисе, дякую за цікаву розповідь. Отже, чекатимемо українських великих прем'єр в українському прокаті, з яких стартують сьогодні на Берлінале.